Здравствуйте, я Пахомов Андрей, строительный эксперт Петерговского шоссе. И сегодня я расскажу вам, как сделать необычный дизайн в вашей ванной комнате. Чтобы сделать ванную комнату уютным местом и не таким, как у всех, мы с вами будем создавать двухуровневую стену со встроенной подсветкой. Таким образом, придав ванной комнате необычный дизайн. Начинать данные работы следует с четкой схемы организации пространства и правильно подобранного освещения. Монтаж двухуровневой стены такой же, как у двухуровневого потолка. Будем создавать секционную конструкцию, которая будет отступать от поверхности на нужную нам высоту, из профилей, на которые крепится гипсокартон. Только в нашем случае гипсокартон не подойдет, в нашем случае нужен влагостойкий материал. Установка нашего каркаса начинается с разметки. Мы размещаем пространство, где и будет наш декор. Далее мы устанавливаем опору из профилей, до которой будет выкладываться плитка на стену. Монтаж такой стены довольно прост. Для этого нам понадобятся подвесы, профиля 60x27, либо профиля 50x50, смотря какое расстояние от стены мы хотим получить. Также нам понадобятся дебеля и саморезы, чтобы прикрепить все это непосредственно к стене. Так как это ванная комната, где постоянная влажность, нам подойдет акропанель КНАУФ, либо листы ГВЛ. Эти материалы не боятся влажных помещений и будут отлично держать нашу плитку. Также нам понадобится диодная лента с индексом влагозащищенности IP65 и конвектор для диодной ленты. Сначала мы делаем разметку на стене. Выбираем, какой размер стены декора мы хотим сделать. Это может быть как целая стена, так и частичная вставка. После разметки мы монтируем каркас, на котором будет держаться вся наша конструкция. Профиля крепим к стене на подвесы, которые мы прикрепили к стене на саморезы. Монтаж каркаса должен быть секционным, чтобы конструкция смогла выдержать большой вес плитки и акропанели. Монтируем обрешетку, по периметру которой мы крепим диодную ленту. Источник постоянного напряжения – конвектор. Мы убираем таким образом, чтобы вода не смогла на него попасть. И его можно было легко достать в случае необходимости. Конвектор можно убрать в речный потолок или аккуратно спрятать сверху изделия. Далее крепим аквапанель к подготовленному каркасу. Акропанель – это современный отделочный материал, подходящий для внутренней и наружной отделки помещений. Она обладает высокой влагостойкостью, также подходит для кухонь, ванн и туалетов. Когда панели закреплены, мы на них клеим плитку. Двухуровневая стена готова. Вот такой необычный и простой элемент декора получился у нас, который подойдет в любую ванную комнату. Сегодня мы с вами узнали, как сделать двухуровневую стену, которую вы сможете сделать дома самостоятельно. Если какие-то будут вопросы, обращайтесь к нам. Стройэксперт поможет вам.